Привет! Снова новости шоу-бизнеса на Забирай ТВ. Radiohead обвиняет Лану Дель Рей в плагиате. Спор пошел относительно песни Get Free с пятого альбома певицы США Last for Life. Альбом вышел в середине прошлого года. Участники группы Radiohead заявили, что трек очень похож на песню 92 года Greed, которая по сути является самой известной песней группы. This is my commitment, my modern manifesto. I'm doing when you were here before, couldn't look you in the eye. Finally, I'm crossing. Стороны пытаются урегулировать спор без суда. Radiohead требует получить компенсацию, или пусть будут указаны в соавторах песни и будут получать за нее гонорар. Лана Дель Рей подтвердила, что перемирия с Radiohead никак не находятся, и поделить проценты в доходах от песни они не могут. Скорее всего, все закончится в суде. Плагиат все нарастает. То ли талантливых людей становится меньше, то ли сложно придумать что-то новое. Или это попросту элементарная лень. Проще взять уже раскрученный хит. А что думаешь ты по этому поводу? Напиши нам в комментариях. Ставь лайк, если тебе интересны новости шоу-бизнеса. Подписывайся на канал, ставь колокольчик и будь в курсе событий всегда. Это был ваш Забирай ТВ. Пока!